Сегодня я вам расскажу, как рассчитать вывязывание рукава от проймы до резинки в реглане, связанном от горловины. Для этого нарисуем половину рукава, так как расчет легче производить на половине рукава. Так, значит, рукав мы вязали и линию реглана вязали ранее частичным вязанием. Дошли мы до проймы. Пройма самая широкая часть. Вязали мы спицами номер 2,5, и у нас получилось в 1 сантиметре 2,5 петли. Измеряем расстояние самой широкой части рукава, то есть половины проймы. У нас оно 18 сантиметров. 18 сантиметров соответствует 2,5 петли. Умножаем на 18 и получаем 45 петель. Измеряем расстояние в самой узкой части рукава, то есть до резинки. Здесь у нас 10 сантиметров. 2,5 петли умножаем на 10 сантиметров. Получается 20 петель. Находим разницу между самой широкой частью и узкой. 45 петель. Минусуем. Ой, здесь 25 будет. 25 петель. Получается 20 петель. Разница между широкой и узкой частью. Значит, здесь 45 петель, а здесь в узкой части 25. Далее измеряем расстояние рукава от проймы до резинки. До резинки 34 сантиметра. Ну, это обычно стандартный размер. Обычно стандартная длина на 48 размер. Ну, здесь резинка 4 сантиметра. Измеряем расстояние до резинки. 34 сантиметра. 34 сантиметра делим на разницу в петлях на 20. И получаем примерно 1,7 сантиметра. Теперь на контрольном образце измеряем, сколько кромочных петель будет у нас в 1,7 сантиметра. Получилось 3 петли. То есть 1,7 сантиметра равно 3 кромочным петлям. А как мы знаем, одна кромочная петля соответствует 2 рядам вязания. Значит, 3 петли кромки соответствуют 6 рядам вязания. В связи с тем, что убавление в рукаве идет постепенно, то есть в каждом ряду, с каждой стороны рукава убавляется по одной петле, но мы рассматриваем половину рукава, значит, убавление идет по одной петле, одна петля в каждом шестом ряду. В каждом шестом ряду. Ну, примерно такой расчет получается. Когда довязали реглан рукав до резинки, если он еще у вас широкий, то можно еще здесь присобрать и далее вязать уже резинку 4 сантиметра.